Здравствуйте, инспектор ДПС Кирсанов. Страховку, диагностику на машину. Давайте я вытащу. Водительская. Без лишних слов водитель достает документы. К повальным проверкам междугороднего и муниципального общественного транспорта автолюбители уже привыкли. Во вторник всех без исключения водителей автобусов останавливали на трассе М7 при выезде из города. Инспекторы проверяют наличие всех документов. Водительского, страховки, свидетельства о регистрации, путевого листа и карточки маршрута. Изучают дорожные полицейские и техническое состояние транспортного средства. Как показывают последние ДТП, происходящие на территории города Иваново, водители маршрутных транспортных средств довольно-таки часто нарушают правила дорожного движения, поэтому со стороны госавтоинспекции к ним повышенный интерес. На регулярной основе проводятся данные массовые проверки. Ну, вызвано это прежде всего тем, что во время ДТП с маршрутным транспортным средством страдает, как правило, не один человек, а гораздо большее количество людей. В салоне инспектор проверяет наличие аптечки, огнетушителей и знак аварийной остановки. Также осведомляется об исправности тормозной системы. Пассажиры не против такой задержки, понимают, все ради их безопасности. Я спокойно на нем езжу и не боюсь даже ничего. Резко бывает? Нет. На этих автобусах лежневских всегда хорошо. Я уже не первый год езжу на них. Нормально. Я еду как на рейсовом автобусе в Иваново, куда-то в дальний, например, в Минеево, на Сластиху и так далее. Также он идет очень регулярно, нормально ходит автобус. Владимир 10 лет работает на маршруте Иваново-Лежнево. К регулярным проверкам привык. Считает, что можно было бы и чаще проверять. Слишком много на рейсах нарушителей. В принципе, документы все должны и в хорошем, нормальном качестве. И, во-вторых, профессиональские удостоверения у нас все равно как-то к нам поменьше относятся и поменьше обращений к нам делается. Есть профессиональные удостоверения всех категорий и водительский стаж, а также гигиеническая карта, карта маршрута. За время проведения массовой проверки сотрудники дорожной полиции остановили несколько десятков пассажирских автобусов. Нарушений выявили всего 6. Связаны они с техническими неисправностями, а точнее неработающими фарами, отсутствием страхового полиса ОСАГО у водителя или неиспользованием ремней безопасности. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.